Здравствуйте, зрители данного видео, подписчики моего канала. У меня произошла такая проблемка. Порвался шнурок пускателя. Я думаю, видно. Развесься. Мотоблок у меня Форте 6-лошадиный. Китаец. Движок дизель. Значит, что надо? Надо поменять шворку. Шнурочек сам. Шнурочек я приобрел предварительно в магазине. Значит, пробовал ставить сюда обычную бельевую веревку, она рвется сразу, не канает. Это какой-то там мега шнурок за очень большие деньги. Не, ну я шучу про большие деньги. Длины, короче, надо будет где-то 1,5 метра. Меня обманули в магазине, дали 1,45 м, 5 сантиметров не довзвесили. Да ладно, не важно. Я думаю, мне будет достаточно этой длины. Так, для того, чтобы поменять этот шнурок, нам нужно будет полностью снять стартер. Ручной стартер у нас такой. Вот видите, даже написано Форте 6 лошадей. Ладно, все, включаем на ускоренную съемку, чтобы никто не нервничал. Короче, поехали. Для начала разбираем сам механизм. Тут у нас стоит шайба. Пластмассовая дрянь таким образом. Потом, ну, эту шайбу я подкладывал. Ее у вас, наверное, не будет. Все это вот таким образом стояло. Теперь пружина. Пружина вот таким образом стоит. Прямой этой проволокой вниз. Сами толкатели, они вот таким образом расположены. По-другому, походу, их не поставишь. Пружина. Пружина, все, зашибись. Все, теперь поехали, будем это все дело вынимать. Постараемся. Не получилось. Придется нам наматывать назад нашу пружину. Суперсноровки не надо. Берем, суем. И у нас должно вот так вот. Опа! Теперь смотрим, видите, у нас один зацеп, второй зацеп. А здесь вот такая вот тоже зацеп на пружине есть. Надо, чтобы совпало. Теперь можно взять, делаем его тонким максимально, иначе он не пролезет просто. Смотрите, вот он будет стоять таким образом, значит, закручиваем его сюда. Совмещаем. В принципе, ничего сложного.
Ну, эта шайба, она не штатная, как бы. Просто в моем случае из-за того, что износились там эти, втулка износилась, там, я знаю, мне пришлось ее установить. Без этой дряни хрен кто работал. Не хотела ни в каком виде идти на работу. Так. Так. Узел делаем пока еще как бы поменьше, иначе эта вся конструкция дерьмо влазит. Отсюда. Близко. Вдруг дождь. Чтобы это все влезло. Что я хотел показать по замене тросика по поводу этого самого, вот он не доходит у меня, но если у вас будет не доходить, его просто-напросто надо перевязать чуть выше, да и все. Ну то есть соответственно длина троса была 1,45 м, его вполне хватило, его даже можно было еще 10 сантиметров короче сделать, хватило бы и 1,35 м. Может просто примонт, ну, может севшая пружина не так хорошо, хотя она полностью задвигается. Все, в принципе, что хотел показать по замене установки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго!